соревнованиях приняли участие более 50 юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята соревновались по нескольким видам – классическое скоростное маневрирование, фигурное вождение и проверка знаний правил и основ безопасности дорожного движения. Организаторы отмечают, с каждым годом растет не только количество участников, но и уровень подготовки ребят. А это и есть главная цель соревнований. Привлечение детей к автоспорту для них, ну, это очень интересно. Они с удовольствием идут в детские и юношеские автомобильные секции, потому что это связано прежде всего с транспортом. А любой мальчишка и даже девчата сейчас, они еще с детства мечтают управлять транспортным средством. А наша задача уже этих водителей сделать дисциплинированными и соблюдающими правила дорожного движения. Вручение наград проходило на торжественной церемонии закрытия. Анапская команда гостеприимно уступила пьедестал почета соперникам. В этом году анапчане заняли только 11 место. Зато отличился Татарстан. Две команды из Казани заняли первое и третье места. На втором – автомобилисты из Челябинска. В личном зачете казанцы поделили первое и второе места. Награду за третье место увезет челябинец. Мы все лето упорно трудились и показали результат на чистоту. Ну, мы могли быстрее, но рисковать тоже нельзя. Но, как признаются сами участники, на этих соревнованиях главное не победа, а опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. Кроме того, ребята нашли здесь новых друзей и получили массу впечатлений. Чего только стоит церемония закрытия. Организаторы постарались сделать ее яркой и зрелищной. На сцене выступали творческие коллективы. По-настоящему разогрели атмосферу артисты светового и фаер-шоу. В следующем году пройдут юбилейные 20-е соревнования. Организаторы обещают, участников будет больше, а программа еще более насыщенной.